Всем привет, меня зовут Альтер, мы продолжаем слушать музыку, у нас на очереди Кали. Совсем недавно, он представил, в общем, трек «Все как всегда», у меня не было возможности его прослушать, я откладывал, и в итоге он выпустил альбом. Давайте заценим, не думаю, что мне зайдет весь, но может что-то да понравится. «Тебя не сломать» — первый трек. Это EP, кстати. Easy Playing. Мини-альбом, есть что. Всего лишь 50 тысяч прослушиваний. Если кому интересно, могу сделать видео про Кали. Откуда он, чего он вообще и так далее. Жмите лайки и пишите в комментариях. Танцы. Ну, интересно звучит. Я давно не слушал этот звучок. А кого он мне напоминает? Не помню. Может, это вообще сэмпл? Пока неплохо. Я бы даже сказал, очень интересно. Столько всего намешано тут. Идем дальше. Непривычного нет. Совместка с Нунис. Это, наверное, чувак с Капитала. Короче, я примерно понимаю стиль теперь у Кали. Что-то вот такое. EDM, новое звучание такое танцевальное какое-то, в общем. Ритмы такие. Ну, в принципе, он и заявил о себе танцевальным треком «Танцуй». Довольно-таки лайтовый трек. Ну, как-то скучненько, по-моему. Давайте слушать «Все как всегда». Выбор напомнила. Эти колокола там были. Здесь и трэп звучание какое-то, и что-то олдскульчика, да, я слышу. Немного есть. Прикольно звучит все. Долгое окончание, но в принципе мне понравилось. Рано. Что-то нет, не заходит. Я думал, будет прям дропчик, но тут все как-то оно идет. Сейчас так песня кончится. Очень спокойно как-то. Это как с треком «Непривычного нет». Как-то вроде хочется большего, а вот мы на той же волне остаемся. И вот здесь пуф-пуф-пуф, вот такое что-то хочется. Ну вы поняли, да, меня, наверное? Я мастер объяснять вообще. Итак, у нас тут совместочка Кали, группа Скриптонит и Маклау. Эта фраза запомнилась еще, когда я слушал Фараона «Смарт». Правило одно, никаких правил нет. Что-то такое, короче, там было. Ну, я помню. Вот Маклау мне здесь нравится больше, чем Кали. Он здесь себя как-то увереннее чувствует. О, чувствую, дальше будет у нас музяка. Если они все уже куплет свои спели, остается музыка от группы Скриптонит. Класс. Группа Скриптонит в своем репертуаре. Короче, вытащили трек группы Скриптонит и Маклау. Но вот ради этого можно слушать.
можно добавить себе и кайфовать. Пока я готов себе добавить 3 трека. Тебя не сломать, все как всегда, и правил нет. Окей, и последний трек до утра. Блин, вот это реально какой-то старый скриптонит, типа Локоны, знаете, когда вот были песни. Такое старое звучание. Все-таки я, похоже, устал от этого звучания. Либо просто как-то я не хочу здесь слушать Кали. Ну, в общем, если я себе добавляю тебя не сломать, все как всегда, и правил нет. До утра оставлю здесь. Да, в принципе, знаете, неплохая работа. Кали красавчик. Я уже, ну, по трекам примерно сказал, что мне не зашло где, что понравилось. Вот. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если не подписаны, и жмите колокольчик. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Check it out.